Сегодня я вам расскажу про новый бизнес-лаунж в аэропорту Внуково. Называется он Art Lounge. Есть детская зона, есть массажные кресла. Вот здесь есть номера, можно поспать. Есть душ, можно принять душ. Зал красивый, большой, много места. Есть Wi-Fi. Здесь одна кофемашина. Там дальше вторая. Есть табло с вылетами. Вылеты, естественно, не объявляют. Вот. Сейчас у нас здесь завтрак. Есть каши, есть всякие закусочки, чай. Ну, в общем, все, что стандартный набор. Салатики. Все подписано, все аккуратненько. Но каши не подписаны. Я просто потерял табличку. Все очень аккуратненько. Есть салатики. Сладкое. И есть бар. Есть комната для курения. Есть даже молельная комната. Очень красивый бизнес-лаунж. Здорово, что он открылся. Прям приятно находиться. Красота. И самое главное, есть детская комната. Для нас теперь это очень важно. Лаунж называется Art Lounge. Чтобы в него попасть, нужно подняться на вот этом дальнем лифте на второй этаж. Скайприорити на третьем, а он на втором, либо вот здесь на эскалаторе. В лаунже также есть комната матери и ребенка. И в баре можно купить платно воду в бутылках. Ну а пить можно бесплатно.